переходим к тесту патронов в калибре 223 торговой марки ABR, серия Match. Патроны формы HPBT с весом 69 грамм, то есть 4,47 грамма. Сейчас мы сделаем один прогревочный выстрел и 5 на кучность в достаточно яркую контрастную мишень на 100 метров. Поехали! Итак, первичный результат отстрела на 100 метров патронов торговой марки ABR, серия Match, калибр 223 из винтовки Oberland Arms, она тут за моей спиной, ствол длиной 14,5 дюйма, дистанция 100 метров и вот, собственно, мишени. Я сделал 5 серий по 5 выстрелов, вот это была первая серия выстрелов. Как вы можете видеть, здесь кучность, ну, может, чуть-чуть больше одной угловой минуты из-за вот этих двух отрывов. Дальше я сделал вторую серию выстрелов вот в эту мишень. Кучность менее одной угловой минуты. Третья серия шла очень идеально. Здесь 4, собственно, соприкасающихся попадания с одним отрывом на 11 часов. Это, ну, не люблю оправдываться, но просто прошел человек и качнул здесь хлипкий пол. Четвертая серия выстрелов, отрывы по вертикали, опять в пределах угловой минуты, даже чуть меньше, где-то 0,8. И пятая серия, я все-таки решил добить хорошую серию, порядка половины, может, 0,65 угловой минуты по 5 выстрелам, вот в центральную последняя серия выстрелов. В принципе, для первого отстрела, учитывая погодные условия и всякие смягчающие обстоятельства, очень даже достойная серия выстрелов. Можно добиться лучшего результата, будем работать над этим в более хорошую погоду. Вот такой патрончик нас ожидает. За эти денежки, я думаю, что не найти на рынке чего-нибудь более приемлемого. Хороший результат.